Подъедем к этим птицам поближе. Как они будут петь? Уже Мышанское водохранилище с северной, или не с северной, с какой-то западной стороны. Большое, даже, наверное, побольше, чем птич под Минском, и, наверное, покрасивее будет, более живописное. Сейчас поеду в эту сторону, посмотрим туда еще. Это интересно посмотреть те места. Thank you.